Всем привет! А у нас новинки – садовые кашпо для цветов. Посмотрите, какие они милые и симпатичные. В них устанавливают горшечные растения. Они деревянные, в виде животных, а точнее это разные породы собак. В разноцветной покраске, посмотрите, это и овчарка, и хаски, и бульдог. Украсят каждый уголок сада, цветочную клумбу или входную группу, а также террасу с верандой или детскую площадку, к примеру. Разместив их вот таким образом, можно составить целую цветочную композицию. В летний период года кашпо можно разместить прямо под открытым небом, а при наступлении осени и холодов растения можно вернуть в помещение. Будьте в курсе наших последних новинок и подписывайтесь на наш канал на YouTube «Хитсад ТВ».